Приветствую всех, мои уважаемые, дорогие, приятные зрители. С вами, как всегда, Видеотекарь. Продолжаем записывать ДБДшечку. Передохнули, как говорится, и вперед опять за дело. У нас очередной обман. В этот раз призрак. Призрак? Кто это? С чем его едят? Если коротко, абсолютно у всех, по-моему, абсолютно у всех, этот ман в нижних тирах. По факту, он хорошо играется только со строго определенными аддонами. На данный момент, вот в этой катке, вы видите одну из связок. То есть на бесшумный выход из инвиза и на ауры в этом самом инвизе. Либо же на скорость в инвизе, либо же на быстрый выход из инвиза. Все. Три единственные связки, которые у него существуют, с которыми он играется. По сути своей, это просто тело М1. Способности у него нет, кроме как бегать и бить в кулака. Бум-бум-бум. Это, соответственно, персонаж. На то он и колокольчик. Бум-бум-бум. Ну, хотя бы он бодрый. На том спасибо. Да ёлки-палки. Вон он. Вот с таким билдом Коля играется, и играется очень-очень даже хорошо. Коля от слова колокольчик. Ой, хорошо достал. А, стойкость должна спадать у того, кто лечит, а не у того, кого лечит, к сожалению. Конечно, я буду туннелить. Вы что-то другое ожидали, что ли, от меня? Серьезно? Давайте смотрим, где Зарина. Смотри какой. Молодец. Гибкость.
Хорошо. Так, ловим этого типана. Опа, на тени. Молодец. На фанатене он попался. Это все благодаря превосходному аддону на ауры. Это сильнейшая связка аддонов у Коли. Такое себе, конечно, когда ман зависим от радужного аддона. Но как бы, если совсем уж быть откровенным, чума же ведь тоже зависит от радужных аддонов. Куда, куда, куда? Надо добивать его. Бей, бей. Хорош. Какая же долгая стан. Ой, ладно, 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 молодец. Отлет. Но с этими аддонами, конечно, ну конкретно с этими, Коля, получше сингулярности. Лично для меня. Потому что играешь чисто в свое удовольствие, вообще без проблем. Единственное, что, конечно, развитую внимательность, я думаю, можно убрать. Без каких-либо угрызений совести и поставить детище. Да надо так назвать. Крыс от Twitch TV. Так, здесь ничего нет. Ну ладно, в этот раз люк не подсорва. Люк вообще непонятно куда. Он стоит, ждет уже. Это звуки.
спокойная и уверенная игра за колокольчика. Ман, конечно... Лично, на мой взгляд, ман слабый. Ну, правда, ман слабый. Он зависим строго от определенных аддонов. Но сам непосредственно игровой процесс за колокольчика терпимый. Он не раздражает. Он не душит игрока. Ты просто играешь, получаешь удовольствие. Отдыхаешь. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами, как всегда, был Видеотекарь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!